Вот такую полынь нужно собирать. Это кладезь витаминов, лекарства от всех болезней. Люди, не несите деньги в аптеки, не покупайте дорогостоящие препараты, таблетки. Идите на поле, собирайте полынь, обычную полынь, горькую полынь. Вот так она выглядит. Собирайте не просто так рвите, а с молитвой. Любая молитва, она очень помогает. Делают травку еще полезнее. Я читаю Богородицу. Богородица, Дева, радуйся, обрадованная Мария, Господи с тобою. Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего. Яко родила еси Христа, спаса и избавителя душам нашим. Полынь заваривается, ну, во-первых, высушивается. Высушивается, а потом круглый год пьется. Заваривается кипятком, ну, вместо чая. 3 раза в день. С утра на завтрак, в обед и на ужин. Сколько заваривать? Ну, вот на чашку. Ну, вот столько хватит. Чуть-чуть. На чашку кипятка. Немного полыни. Вот. Приправляется. Только не сахар. Не сахар. Сахар не ложить в чашку. Немного. Щепотку соли. Полынь с солью. Вот, если не можете, то просто полынь без соли. Но ни в коем случае без сахара. Собирается в период цветения деревьев весной. Ну вот сейчас конец апреля. И не спутать с другой травкой. Есть другая травка. Она как полынь пахнет. Вот. Сейчас покажу. Вот, вот эту полынь не надо собирать. Кстати, ребят, полынь ли это? Напишите, пожалуйста, что это за травка. Вот, она пахнет как полынь. Ну да, это полынь, скорее всего. Но вот так растет. Такие острые веточки. Вот, острые веточки. А вот обычная полынь. Такие мохнатые веточки, не остренькие. То есть собираем вот эту обычную полынь. Такого зеленого, почти белого цвета. Светло-зеленого. Ближе к белому. А вот эту не надо брать, смотрите. Ну и степь бескрайняя. Вся степь цветет. Зеленая, цветущая. Кстати, конец апреля, сейчас уже тюльпаны отходят. Сейчас покажу. А вот он, тюльпанчик. Нашел его в степи.